Привет! Ты на канале Суслик Шоу! Ребята, сегодня будет влог. Мы будем наряжать елку. Мы ее поставили, и пока она выглядит вот так вот. Она пока вся такая скучная, зеленая, как всегда. Вот так наша елка сейчас выглядит. Скоро мы на нее повесим и конфеты, и гирлянды, и будет красота. Максим, а кто же ты? Я Степа Скайнчо. Повернись задом. Вау, ребята, он черепашка ниндзя. Я буду Кармен. Повернись задом. Вот такой у него панцирь с оружием, он крута. Сейчас мы у елки расправляем иголки, а папа делает украшения, да, папа? Ага. Какие украшения у нас получаются? Это настоящие мандаринки. Папа делает это, и сейчас мы скоро будем с конфетами делать то же самое. У нас есть уже новогоднее настроение. Вот. И вот. Но эта елка только начало. Скоро она будет очень красивой. Наш котик Тигра просто в шоке. Вот такая елочка у нас получается, она уже пышненькая. И очень красивенькая. Вот такие мы письма с Максом сделали. Макс и Дед Мороз, а моя Снегурочка. Мы их делали буквально там... Нет, меньше часа, даже где-то 30 минут. И вот такая у нас получилась Снегурочка. А вот такой получился Дед Мороз. Дед Мороз толстяк. А Снегурочка худая. Снегурочка худая, вот, смотрите. Прям как я и мама. Если вы хотите, чтобы я сняла игру на фортепиано, то поставьте этому видео лайк и напишите в комментарии, что вы хотите, чтобы я поиграла на фортепиано. Мам, ну как все продвигается? Ну, понятно. Вот у нее Тигрика. Он в соке. Что мы делаем вообще непонятно. И он пошел прятаться. У нас уже давно новогоднее настроение, но елку мы никак не могли поставить, потому что не было времени. И вот это свершилось. Такой у Макса меч прикольный. А еще вот такие два. Один уже куда-то делся. Вот мы уже достали пакеты с игрушками новогодними. И сейчас покажем вам их. Вот такой у нас есть Дед Мороз. И вот такой. Вот у нас много чего. Вот у нас много чего. Вот всякая мишура. Золотая моя. Фиолетовая. Вау, какой сапог Деда Мороза. И даже синяя мишура. И мы будем выбирать, какую именно повесить на елку. Да, не трогать. Так может быть это не сделаем все. Это вот. Я просто не достаю. Такие красивые шары. О! И пусть прям вниз так. Все вот так делаем. Так чуть-чуть ее вовнутрь. Это дискотека века. Вот я себе сделала такой вот шарфик из мишуры. Хоу-хоу-хоу! Merry Christmas! У нас очень много игрушек. Вот, это даже половины нет. Это даже нету половины. Половины нет, офигеть! Знаете, я добыла яблоко, которое с неба съела Белоснежка. Вот наша елка уже с гирляндами. Плам-плам-плам. У нас гирлянды как сеть. Прикольно. Можно идти на рыбалку и ловить рыбу с помощью этой гирлянды. Короче, вот такая у нас сейчас елка. Скоро она будет еще красивее. Привет, Ютуб! Это я, Тигра. Максим, тебе нравится? Ага. О! Вау!
Офигеть! Вот нам сейчас вот повесили вот так. Мы потом там отсоединим половину или еще один поставим туда. Смотри. Круть! С елкой возьму. Наоборот, ну что побольше, да? Офигенно! Очень красиво. Офигеть, мне очень нравится. Кстати, эта гирлянда в виде шишек. Так, не трогай их. Сейчас мы будем вешать снежинки. Хоу-хоу-хоу. Merry Christmas. Сейчас мы вешаем мандарины на люстру. Вон, мандарины висят на люстре. Вот такая у нас красивая люстра с мандаринами. Вот мы наряжаем елку елочными игрушками. Скоро там появится очень много игрушек. Мы повесили шары, вот такую вот елочку. Сейчас мы вешаем конфеты на елку. Первая конфета уже есть. И вот такая у нас получается красивая елка. Вот, смотрите, кит-кат. Сейчас будем вешать. Такая кит-кат. Да? Учусь на глазах. Вот мы повесили кит-кат. Кит-кат повесили. Остались еще баунти. Но баунти у нас нет на самом деле. Сейчас я схрумкаю конфету. Посмотрите на творение Макса. Он рисовал и солнышко, и яблочко, и озеро, и даже огурчики, и помидор. Красиво, да? Ему только 5 лет. Если вы хотите еще влогов, то поставьте этому видео лайк и напишите в комментариях. Хэштег сладкая елка. Тигра уже хочет спать. Как вешать конфеты? Вот. Берем распределяем и вешаем. Кит-кат. Кит-кат надо. Я повесила свою конфету. Кит-катом точно так же. Вешать конфеты я не умею. У Максима тоже шар. Сейчас мы пойдем наряжать мою комнату. Ну вот, мы нарядили наш телевизор. У нас везде тут бардак. Мы пытаемся повесить гирлянду. На люстру мы повесили фею. Да. Хэштег украшаем нашу комнату. Сейчас мы вешаем гирлянду. Мы уже повесили гирлянду на нашу картину. Сейчас вешаем на телевизор. Повесили уже на телевизор. Вика, смотри, как будто. Сейчас он будет рвать их. Смотри. Вот так у нас получилось красиво. Вон телевизор, и вот наша картина. Новый год идет. И все мы верим, что сказка произойдет. Хэштег красивая комната. Вот так у нас получился зал. Елка и гирлянда. Сейчас я выключу свет. Так все выглядит без света. Мне кажется, получилось очень красиво. Это был зал. И вот так получилась наша комната. Сейчас я выключу свет. Такая у нас получилась комната. А если вам понравилось, то быстренько поставьте нам лайк. Мы очень старались снять это видео. Подпишитесь на наш канал. И не забудьте написать в комментариях, надо снимать еще влоги или нет. Всем пока-пока!